Всем привет, с вами Вифрал, и сегодня продолжаем играть Супер КТ Споус. Всем просмотр, а мы начинаем и продолжаем. И это у нас бонусный эпизод, как я узнал из комментариев, у нас есть еще один ключ. В предыдущей серии мы получили ключ пик за победу над пауком Рагу, или да, мы Рагу решили называть его. И вот в этом мире втором тоже есть такой ключ. Который, и кстати, да, тут случилась трагедия, она такая, вот. Рыба, рыба, я покупаю рыбу, да, мне пришлось подать всю свою рыбу, потому что такое задание появилось, продать 20 рыбы. Да, 20 рыбы, ну, конечно, я подал чуть больше, чем 20 рыбы, там раз в 10 больше даже, даже раз в 20 больше, примерно, рыб 400, может, продал, но это не важно уже. Зато у меня есть себе все шляпы есть в эти вот ограниченного предложения. И сколько у меня еще денег? Сколько там? Еще 60 монет, и еще больше будет копиться за эти задания. Ну а сейчас мы идем на пляж и будем показывать королю пляжа, кто есть король пляжа, так сказать. Как... Если это вообще именно так делается, да? Сейчас пойду, а по итогу ничего не получится, да? И вот говорю вам, делайте ставки. Кто из котов сейчас получит, у кого получится. Я буду играть по очереди. Сначала Паскаль, Роуз, Рикс и Мара. И посмотрим, кого, кто сможет это сделать. Для начала надо бы его вывести в нормальное место, этот мяч. Хотя, может быть, между этими деревьями нормально? Раз, два... Ё-моё, это на... Следующий код. Роуз. О! А, так вот так это делается. Я думал, по-другому. Окей. Еще как. Хочешь со мной признаться? Еще как. Так. А, покажи, сколько раз ты сможешь отбить мяч. Приготовься. Давай! Раз, два, три, четыре, пять. А. Давайте будем бить. Нет, мы... А, можно нормально... Можно бесконечно вот так бить, получается. Неплохо. Я король пляжа, ха-ха-ха. А, мало? Получается мало. Значит, вперед, Рикс. Вперед еще раз присоревнуемся. А то я даже не понял суть игры. Как я понял, надо прямо очень аккуратненько так водить. Чтобы прям максимально много набить. Раз, два, три, четыре. То есть желательно вообще стоять на месте почти постоянно. Сколько надо вообще всего набить? Может 25 надо набить? Я думаю, там время просто какое-то ограниченное. Почему динамик звука хоть меня динамит? Дружище, это было круто! И что? Все, надеюсь, звук вернулся, надеюсь я. Я очень надеюсь, что... Хватит, что происходит, блин? Почему звук с ума сходит? Мячик, пожалуйста, вернись обратно. Так. У нас тут короткий бонусный эпизод, а не миллиард часов прохождения. Давай. Я даже не жму на громкость. Ты издеваешься? Еще как, да? Сколько можно? Покажи, что кажется, может бить мяч. Приготовься. Давай. Я что, знаю, сколько мне раз отбить его надо? Может, тут и нет никакого ключа? Никакого, вообще нет никакого ключа. Я просто так его отбиваю. Неплохо. Да, неплохо. А сколько надо? 30, может быть? Может, реально 30 надо сделать? Ну, мяч, хватит. Да не надо идти на финиш, мяч. Тебе на финиш не надо, точно. Это должен быть короткий эпизод, должен был быть. А по итогу мяч издевается.
Мячик, хватит. Я даже тут набить нормально его не могу. Какой набить 20... Сколько там, сколько раз набить его-то? Давай же, отбей его, ты... Ты издеваешься? Куда? Я держу мяч. Нет, нет, не отпускаю. По итогу эта серия будет длиться вечность, да? Из-за одного мяча столько просидеть здесь? Сейчас я еще обалдею, звука не будет. Вот, шляпа Шамбрера, огромная шляпа. Может, я какую-то шляпу не ту одел? Может, корону надо одеть какую-нибудь? Хочешь с ним посоревноваться? Да, хочу. Что надо сделать, чтобы победить? Покажи, сколько раз сможет бить мяч. Приготовься. Давай! Максимально тихо, спокойно, так аккуратненько. Ну, не надо. Во. Я ничего не нажимаю вообще. Телефон, ты издеваешься? Хватит громкость менять. Я же потом обалдею, если это настро... Неплохо. Да, неплохо. Роуз вперед снова. Ну не... Ну хватит. Хватит перекидывать через него. И? А он соревноваться тебе не хочет. Просто не хочет соревноваться. О! Да, хочу. Что мне надо сделать, чтобы победить? Нет, началось, блин, потерял эту самую концентрацию. Надо как-то в начале его поймать нормально, в начале его, чтобы... Чтобы он был, это самое, в навесии. Снова Рикс. Давай прям в него. Проверяй, прям в него. Давай, давай. Да, хочу, сколько можно, давай, давай, опять свой звук с ума сходит, да сколько можно уже? Ну, серьезно, под самый конец облажаться, молодец. Неплохо, неплохо. Уже настроения нет уже, сами понимаете. Потому что поначалу все было весело, а тут что-то какая-то фигня происходит. Я даже не вижу, какая у меня цель, не вижу. Какая цель? Сколько набить надо? Вот, шляпа-зонтик отбивает, давай. И по цвету подходит, иди. Все, проиграли уже. Мы уже проиграли. Вот, надо вот так вот его поймать как-нибудь. Может, к стенке его поймать, к стенке, чтобы его стена всё время отбивала нам. Вот был один момент, когда был чувак, это круто. Теперь его больше не, вообще не получается это сделать. Мяч, не надо. Не надо меня злить. Вот он, главный босс игры. Мячик. Главный босс игры мячик. А потом оказывается, что надо мной прикололись, и вообще нет никакого ключа, вообще просто так я все это делаю. Да ты не надо! О! Давай, давай, вот так вот. О, давай, давай, это идеально. Счет не набивается? Ты издеваешься? А почему? Он же с земли не касается. Так неинтересно. Я такую тактику, я его... Чтобы это сделать, я целую вечность ушла на это. Я так старался его к стенке загнать. Ладно. Значит, к стенке уводить его тоже не надо. Надо его лево-право, лево... Лево-право, лево-право. Когда он касается стены, счет прекращается, серьезно? Чувак, это уже бесит, чувак. Это прям невероятно бесит. У меня только один раз получилось сделать круто. Только один раз. А теперь какая-то фигня выходит почему-то.
Его к стенкам водить не надо еще этот мяч, потому что когда он отыгрывает от стен, счет не идет. Это... Не надо туда идти мяч, ты что, издеваешься что ли? Да ну тебя мяч, я обиделся. Давайте следующий мяч, это плохой мяч. Чувак, ты отстой! А-а-а. Новая фраза зато появилась. Чувак, мне и так тут плохо, а ты еще издеваешься. Ну это вообще уже ни в какие рамки не лезет. Ты меня сейчас сколько можно уже... Может, сейчас за меня бубенец соберешь этот, блин, мяч? Если такой крутой. Так, кажется, у вас может бить мяч, да? Да ты куда ты? Почему он так сильно разгоняется? И опять началось. Бьешь об стенку, он не считает. Чувак, ты отстой. Да, конечно. Куда же без этого? Понятия не имею, сколько набить надо, вот бы не издевается надо мной. Я даже не знаю, я буду вообще хоть что-то из этого вырезать или не буду. Возможно, что-то придется вырезать. Почему все так плохо? Почему в начале все красиво вышло, а тут такая фигня вышла? Еще сейчас окажется, я там где-нибудь там не набил, там капельку какую-нибудь не набил. Чувак, ты отстой, да? Куда я? Бла-б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 ла. И уже что-то вышло. Дружище, это было круто. Все? Чел, ты издеваешься? Я набил 27 раз. Там больше набить нереально. Это было идеально просто. Это было идеальней некуда. Просто идеальней некуда. Может, мне в короне надо быть, не знаю, чтобы ты мне дал этот... Что это дал? Что тут надо такого? Корону покупать я не хочу, потому... Может, обычную корону, а не вот это вот? Давайте купим обычную корону. Давайте попробуем с этой короной, конечно же. Столько монет за эту корону заплатили. А теперь надо снова повторить все это, да? Класс. А все так хорошо начиналось. Я просто уже ума не приложу, что надо сделать. 27 это максимум, просто максимум. Это прям вообще, чтобы он там идеально вот так был. Даже 27 раз не успел ударить. Дружище, это было круто. Ты что, прикалываешься, что ли?
Еще и корону просто так купил, что ли? Ты что, с ума сошел, что ли? Пойду-ка я отсюда, блин, издевается надо мной этот чувак. Они вообще... Что? Что надо сделать? Вы сейчас скажите, что мне надо было какую-нибудь там корону властелинову этого бы надевать надо было. Классно вы придумали, конечно. Да, я буду просто считать, что... Возможно, нет никакого ключа, и мне просто сказали, что... А вот ключ получишь в этом вот, и все, и чтобы я посидел там целую вечность. А по итогу никакого ключа и нет никакого, да. И по итогу вот такое вот большое видео у нас вышло, да. Бонусный эпизод называется, да. Даже это существо не хочет мне подсказать, каким образом мне это пройти. Ждем, когда добавит питомца, который будет будить вместо флейты. Да, ждем этого. Не знаю, чего мы ждем вообще. И он скажет нам, как победить этого короля пляжа. Но если мне реально нужна вот эта вот корона, вот эта вот, за 5000 монет, то я просто в шоке буду. Из белого золота с сверкающими камнями. Обалдеть вообще. Просто корону купил еще. Ладно, она красивая хотя бы, более-менее. Но на этом мы, наверное, уже закончим со всем нашим дополнительным эпизодом невероятным. Это самый невероятный дополнительный эпизод, который у нас вышел. 10-я серия, обалдеть. И это еще даже третий мир не вышел, а уже 10-я серия по итогу. Ждем третий мир, потому что сейчас уже возвращаться сюда ради таких приколов, которые вот получи ключ в игре с королем пляжа. Которого нету ключа. Ну, возможно, он реально есть, и я что-то не так сделал. Но 27 раз. 27 раз я отбил. Это просто почти стоя на месте. Там максимально время сократил между ударами. Там даже последний раз, когда уже падал 27 раз, он не успел даже. Только 26 выпало. Так что все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Советуйте, не знаю, игры какие-нибудь, которые хотели бы увидеть на канале. А то вот, да, появилась идея для видео вот этого, даже такая вот. И вот, по итогу, даже вот это видео решило выйти. А так просто идей вообще нету. Что вы хотите смотреть, понятия не имею. Того, что котов тут нечего делать пока что. Пока не будет этого продолжения этого мира, новых питомцев. А до этого времени я буду собирать монеты за эти ежедневные задания, чтобы к третьему миру всех своих помощников подготовить уже. Чтобы было все уже классно было. И все четко и красиво. Но на этом все. Я уже все основное сказал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. До встречи в следующих видео. Всем пока.